В городском поселении Заречье завершился третий этап эстафеты «Салют Победе». В течение года в городских и сельских поселениях нашего района проходили торжественные мероприятия, посвященные подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Это встречи с ветеранами, концерты, тематические выставки и митинги. Чтобы эта эстафета вот с сегодняшнего дня обязательно стала частью вашей души, ребята. Это очень важно. И этот посыл хочу передать вам, конечно же, от Андрея Робертовича Иванова. На сегодняшний день в Одинцовском районе проживает 89 ветеранов-блокадников. Они состоят в общественных организациях и ведут активную работу со школьниками. К сожалению, для вас, наши любимые ветераны, война не закончена. Не закончена прежде всего, потому что мы с вами сейчас воюем за память, которую должны перенести, передать тем, кто сейчас сидит за вашими плечами и кто должен правильно все запомнить. В январе следующего года третий этап эстафеты «Салют Победе» завершится праздничным концертом. В декабре 17-го в парке «Патриот» будет дан старт четвертому этапу военно-патриотической акции. Он будет посвящен битве под Сталинградом.